10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 30 seconds to battle. Things. Ребят, ну что, ФБ случился у нас. ФБ на первой минуте забирают у нас в итоге Shadow Шамана и забирают у нас... А также Феникса. Ну и на лоу хп здесь IT. Развалили IT, ну и Ли догоняет Фейта. Фейт на лоу хп, подстопил его Бёрнинг. Разваливает в итоге у нас Бёрнинга. Тут уже Феникс и Карус Дайв, правда, вообще не качался. Спириты через 12 секунд, поэтому Феникс догнать каким-то образом Лешака не сможет. Ну, развалили в итоге двоих игроков команды ЕП и одного своего IG потеряли. По голде 740 в пользу команды IG, по экспириенсу 250. Ой, точнее, по голде 250 для ЕП. Разваливают Баунти Хантера. 3-1, IG впереди. ЕП подфидели, и причем подфидели колоссально. На мидлейне в это время Old Chicken на Драгонайте 7-1. Против него Феррари 9-3. Бёрнинг на Лешаке уже имеет 1000 голды, есть у него нул талисман, ну я думаю, что Лешак. По стандартной схеме Аркан Бутс, дальше Бладстоун из этих же Аркан Бутсов, ну а дальше все, что душе будет угодно. У Инвокера уже есть нул талисман, посмотрим, что там дальше. Дальше Gloves of Haze для Инвокера. И непонятно зачем, скорее всего Мидас будет собирать Феррари. Тоже стандартная схема, ну экзортовый Инвокер, экзортовый. Ни квас, ни векс, экзортовый инвокер. Я думаю, что у Феррари все на самом деле получится. Ну, здесь квас, экзорт. Через форгедов. Через санстрайк. Феррари уже один санстрайк у нас забрасывал на нижний лайн. Кстати, он полезным оказался. Феррари килл, правда, не забрал, да и ассист не получил. Но там какой-то некий дисбаланс файт все равно внес. Баунти Хантер уже на топ-лейне. Второго левела Баунти Хантер. Кси выходит у нас на Лину. Близко не подошел. Под тауэр нет смысла. А теперь можно и под тауэр. Фэн на лоу хп. К
Кси поджигает у нас Фэна. Ну и агрит на себя сразу же. Фэн, скорее всего, здесь догорит. Санстрайк у нас в никуда. Фэн в итоге живой. Даже если бы Фэн бы не сдвинулся с места, санстрайком по нему не попал бы инвокер. Такая печаль, эти инвокеры экзортовые, даже от Феррари. Пятый левел уже для Феррари, третий экзорт. Ну, дэмэджа неплохо на самом деле. Если что, реген тоже имеется, если вдруг понадобится. Форгеды и... Форж Спириты, точнее, и Санстрайк у инвокера. Больше спеллов Феррари не выдумывал. All Chicken на топ-руну. Так, руну забрали ли? Нет, руну не забрали. Если я не ошибаюсь, руну заденайл Форгеном у нас с Феррари. Ой, какой скилловой Феррари. Пустая банка для Драгонайта. Как бы не печально это было. Ну и Шадоу Шаман забирает внизу руну Баунти. ДК в итоге остается практически без маны. Еще одна задувка и все. На Брестфайр маны не хватает. На стан тоже абсолютно та же история. Интересно, конечно, понаблюдать за экзортовыми инвокерами данного уровня, вот супер крутого. То есть Дэнди, экзорт инвокер или кто-то еще. Как работает переключение? Ну, понимаете, на хил, на дэмэдж. На хил, на дэмэдж. Это вам не ПТ-шечку клацать. Одним кликом. Ну, я думаю, позже еще Феррари даст возможность обратить на себя внимание. Бёрнинг. 29 на 13. Даже 30 на 13. На первом месте. На втором месте идет Акс и Феррари. Ну, очень ровно идут. 30 крипов у каждого из трех игроков команды IG, которых я назвал. Фэн на втором месте. Ликантроп 25 на 4. И притом Ликан вынужден сместиться в лес. Драгонайт на мидлейне 20 на 3. Феррари его обогнал и даже не заметил. У Фейта дальше 6-0. Ну, дальше все очень тухло. All Chicken вместе с Баунти Хантером на мидлейне. Это Феррари никак пока что не волнует. Потеряли Лину игроки команды ЕП. Еще один развал от IG. Ну, здесь IG выглядят посерьезнее, чем против Тонгфу. Там поначалу чуть дикарахитичная игра была от команды IG. Сейчас вроде более-менее держится. Причем где-то убивают, где-то зарабатывают деньги. Баунти Хантер в инвизе за Бёрнингом. Подрезает немножко Бёрнингов. Здесь, в принципе, спириты полетели, но это все бесполезно. Санстрайком попадает под хвост у нас Фениксу. Феникс дальше за Чи, дальше за Бёрнингом. Феникс без ульты. А куда ты лезешь, Феникс? Ли в итоге у нас потихонечку разваливает Чи. Минус. Ой, как удачно получилось с Фениксом. По-моему, только-только шестой. Невероятно круто вышло. Баунти Хантер зарезал у нас в итоге Шадоу Шамана. И тем самым подарил Фениксу на 20 хп, 6 левел, тот быстренько вкачал супернову и сразу же ее проюзал. Это прям вообще, это хай-хай-хай скилл, даже немножко выше. Феникс тут на такой дикой паузе вообще отыграл, и все так хорошо получилось, что в учебнике по доте может попасть данный мув. Инвокер ловит все, что можно только поймать, и уходит у нас в деревья, но живой. Переключается на квас, поэтому будет регениться. Так, Санстрайк у нас по линии. Не нравится огненной линии. Огненная мощь солнышка. Лина развалилась. 5-2. Тут Феррари отыграл просто вообще великолепно, не подкопаться. Boots of Speed у него появляется. Hand of Midas. Ну, талисман. Да, еле идет инвокер. Как ему еще ходить? 280. Никаких тебе виксов здесь. Скорость бега просто-напросто ничтожна. Еще один санстрайк от инвокера. Куда? Покси. Нет, кто там с Кси дрался-то? Неужели убили?
Так, а ну давайте посмотрим. Сюда же летел Sunstrike. Куда ему еще лететь? Инвокер. Видит, что Акс дерется. Sunstrike, Ли на лоу хп. Да, Sunstrike свое дело сделал. Dragon Knight'а тоже развалили, но это мы уже смотреть не будем. В итоге данного файта счет становится 7-3. По голде IG 4000, по экспириенсу 3,5. Тоже в пользу коллектива Invictus Gaming. У Акса уже есть дагер, есть Tranquil Boots'ы. 640 на руках и... готовится выход в Ring of Hells. Собирается в итоге выйти в Vanguard. Я думаю, Акс, это было бы не лишено смысла. У Инвокера после Медаса появляется Boots of Speed, Belt of Strange. Больше пока ничего для Феррари. Лишрак у нас с Point Booster'ом уже бегает. 1300 на руках. В принципе, Soul Booster готов. Надо собрать Soul Ring, надо собрать рецепт. У Веспа... пустота полная, только ботл. Shadow Shaman тоже с одним тапком. 1100 на руках у Чи. Есть. Со стороны команды Energy Pacemaker. Здесь Транквилы, Урна, Улины, Манго и тапок. И ничего больше. Так, ну что у нас? Пошел врыв на Фена. Мейн керри команды ЕП отправился в таверну. И с собой унес ПТ, Ring of Basilus и Stout Shield. Больше ничего. В курьере летел... летела Мордип Маск для Фена. Ну и дальше. Баунти Хантер. Ботл Boots of Speed. Dragon Knight, Ботл и ПТ со свитками портала. 10 минут сыграно. 6000 по золоту. Так, Фейт, куда ты? Фейт в таверну. Куда ему еще деваться? И дальше за Shadow Шаманом и Кси полетят. Юзай эту Dragon Форму. В итоге у нас... Dragon Knight. Ну или на лоу хп. Запутался здесь в вардах, уходит в инвиз. Sunstrike свое дело не сделал. Минус 3 делает команда Energy Pacemaker. Бёрнинг решил над Old Chicken'ом поиздеваться. Выхиливается здесь каждый. Баунти Хантер выхиливается у нас, но будут варды фармить просто-напросто. Energy Pacemaker сейчас много очень отыграли в файте. Дальше за Бёрнингом. Стан пошел в него. Ульта пошла у нас от Феникса. Феникса отставят. Еще и минус Виспы. Shadow Шаманы. Сколько? Да миллион в миллион подрались. Инвокер у нас в таверне, поэтому некому просто юзать Sunstrike. 2500 по золоту. Это за троих показанных заработала команда ЕП и 2300 по XP. Я думаю, что графики сейчас дотянутся до ноля. Может, даже и в пользу команды Energy Pacemaker будут. 5 с копейками выигрывали IG по золоту. Теперь выигрывают 1000 по экспириенсу с 3,5 до... ну, до поражения. ЕП сейчас в плюс идут по XP. Баунти Хантер ждет встречи с Инвокером. Также с Бёрнингом, но Баунти Хантер лучше сейчас из инвиза не показываться. Здесь уже дабла команда IG, должен прокликать по ним. Подрезает здесь Чи, на него же сразу. Ой, как не повезло Баунти, ой, как не повезло. Туда же Sunstrike минус Баунти Хантер. Да, здесь, конечно, экзортовый инвокер творит чудеса просто. Shadow Шамана вроде как и подрезали, а по факту Shadow Шаман у нас живой, выхиливает его фейт. Еще 3 заряда в урне есть. Так что Shadow Шаман тут ничего, в принципе, не потерял особенного. Забрали, к тому же, Баунти Хантера. Это очень важно. Никто не будет бегать под ногами. Кси поймал все, что только можно. Хилит его фейт. Последний заряд в урне. Точнее, в ботле. Умирает здесь фейт. Умирает здесь Кси. Дальше погоня за... Че, Феррари тоже здесь. Стан поймал на Soul Chicken, Cold Snap, минус Феррари. Минус Акс, минус Висп и минус Shadow Шаман. ЕП забирают 4 героев и дальше за Бёрнингом. Бёрнинг с Спилит Эсом не попадает. И Бёрнинга в итоге забирают. Или здесь во всех, кому можно было дать трек, дал трек. Посмотрим, по итогу файта. 3.50 зарабатывает ЕП по золоту. 3700 зарабатывают они по экспириенсу. Здесь капнуло для всех по очень-очень много денег, экспы, всего на свете. Ну, еще и Tower, как дополнительный бонус для команды Energy Pacemaker. IG опять скатываются в
вглубь просто. Доты 4 по XP проигрывают, 2 500 проигрывают по золоту, не считая только что снесенного Т1. По голде графики продолжают двигаться в сторону ЕП, по экспириенсу 4 с лишним тоже для Energy Pacemaker. Ну, IG расклеились, я думаю, после поражения от команды Old Boys. Теперь мувы их не такие точные, да и где-то уверенности в себе не хватает. Врыв на Фена. Агрит на себя уже сюда. Релокейт вместе с Бёрнингом Фена развалили. Зачем ставить варды Shadow Шаману? Для кого это нужно было? Кто здесь будет под вардами файтиться? А вот он, клиент. Пофайтится под вардами. Ставит супернову, супернову расковыряли. Минус Феникс. Также делает команда IG, но на лоу хп все. Здесь Ли начинает нарезать. На лоу хп здесь Кси. Кси умирает. ДД от Bounty Hunter 4 в 3 в итоге подрались игроки команды IG и EP. Четверых потеряли Invictus Gaming и троих потеряли игроки команды EP. По голде в плюс идут ЕП 1450. Они заработали по экспириенсу 3700 тоже для них. У инвокера, бедняжки, только-только собранный некра. Феррари на самом деле на ура отыгрывает. Правда, это комбас с форс-спиритами, с санстрайком, она строго индивидуальна. Инвокер сам по себе в файтах не участвует. Ни тебе зацепить кого-то торнадо, ни тебе бросить тот же ЕМП под ножки, ничего не получается у инвокера, поэтому он такой хорошо дамажащий никто. То есть он и не ДДшник, с руки сильно не побьешь. Да, тут 150 с руки, но скорость атаки невысокая, каких-то дополнительных штук на, ну, модификации каких-то атаки у инвокера нет. Эскейп тоже очень сомнительный. Вот и просто давать с 3 километров стоять, давать санстрайк. Для этого можно было, не знаю, гирокоптера собрать. Взять, точнее, и собрать ему огонь. Не впечатляли в итоге экзортовые инвокеры, так не впечатляют. Не впечатляют. Но это, опять же, это сугубо личное мнение, никому его не навязываю. Есть Квас Векс, есть команда. Иди дерись, помогай своим ребятам. Просто СФы на мидлейне собирают у нас Меки, собирают у нас Еулы. У нас Морфлинги уже давным-давно переходят в харду и там собирают Меку, Еулы и прочее-прочее. Хотя бы не край есть от инвокера. Ну, пуш потенциал на инвокере. У кого-то есть здесь базилка. Должна быть в итоге базилка у кого-то появиться. Или, например, Владмир тоже будет не лишним. С учетом его буста. А Владмир у нас теперь... Ну, Владмир на аксе может появиться. Владмир теперь дает 10 секунд. Ой, 10 секунд. 10% вампиризма для оранжевых героев. Что Форгин и Некра будут неплохо себя чувствовать. Что, ждем? Где инвокер? Где метеоры? Где это все? Вот, метеор уже готов качать Феррари. Уже, точнее, готов просто его вкастовать. В итоге Феррари отходит. На нем есть трек. Убегает отсюда Фен. Бёрнинг становится, мягко говоря, бесполезным. Фен грызается в Фейта. В это время пошел стан здесь у Драгон Найта. Драгон Найт просто уходит от файта инвокера. Доедают волки, потому что он экзортовый. Убивают в это время еще и некров. Не проблема совершенно. Лина на лоу хп, но живая. Может смело отсюда идти. И у Лины, по-моему, уже Еул есть. Да, Лина уже собралась в Еул. И вот то, о чем я говорю. Экзортовый инвокер. У него в итоге бесполезный абсолютно получился кирпич. Бесполезный санстрайк, который ни команду подсейвить, ни в файте
зацепить никого ничем не может инвокер. Плюс у него скорость каста здесь 22 секунды. Ну куда это вообще годится? 22 секунды кастуется дополнительный какой-то спелл. Инвокер попросту... Ну попросту никто. Поэтому, конечно, огромные претензии ко всем экзортовым инвокерам. Мнение свое так и не поменяю, видимо, касательно них. Феррари на мидлейне уже 472, и тут вторые некра появляются. Ну и Волчик у нас в свое время тоже собирался в некра. Ну и та же история, первый некрономикрон для Ликана появляется. Есть Огр Клаб, в скором времени будет выход в Блэкинг Бар, чтобы вообще забить на инвокера. У Лины уже есть Йоул. Ну и в принципе по артефактам больше ничего интересного. У Бёрнинга уже Бладстоун имеется. Есть Огр Клаб. IG так потихонечку где-то могут и догнать команду ЕП на самом деле. Но боюсь я, чтобы инвокер якорем не стал. Вторые некрат, в принципе, скоро уже станут третьими вместе с Форж Спиритами. Это очень хорошо. Это очень хорошо, но в лейте это, в принципе, не будет ощутимо. Никем. Особенно Драгонайтом, который с плэшом будет разваливать все это к чертовой бабушке. По нетворцу Ликан на первом месте, 8600 у него. На втором месте Лишрак от Бёрдинга, 8100. Ну и дальше 8100 Чикен, Драгонайт мидлейн. Ну и дальше уже Феррари пасет задних. На четвертом месте 7950. Команда ЕП готова выйти на Т1. Волки доедают у нас тавер. Ликан забирает башню. Ну и все, и IG просто теряют Шадоу Шамана, отсюда уходят. Чем Шадоу Шамана достаточно было просто по скиллу в него сброситься, с учетом Лагуна Блейд от Лины. Шадоу Шамана развалили. Инвокер под ноги стран от Лины. Феррари пытаются выхилить. Инвокер у нас улетает вместе с Фейтом. Выхиливает его. Кси агрит на себя Фена. Полетел кирпич. Полетел кирпич в никуда. 5 инвокер супер полезный. Олд Чикен единственный, кто здесь вообще умудрился встрять под этого инвокера. Еще Икси, скорее всего, сейчас отдастся. Каллинг Блейд от Акса. На Лину пока что не нападает. Один в один размен. Супернова после жесточайшего дэмэджа в Феникса была проюзана. Феникс в итоге у нас фуловый. Баунти Хантер на лоу хп. Баунти Хантер фидит. IG дерутся со счетом 2-1. Зарабатывают здесь тьму-тьмущую денег. Забирают мега-килл-стрик у нас у Баунти Хантера. 1800 по золоту зарабатывает команда IG. 860 для Акса. Ну и 578 для Инвокера. Ну и 300 по экспириенсу. Топлю за ЕП. Аккуратней с этим, аккуратней. Люди деньги тратят, пока ты топишь за ЕП. В прошлой катке мы потопили немножко за Тонгфолд Бойс, на которых 15% против 85% вообще коэффициент был. И Олд Бойс две катки подряд выиграли. Ну, наконец-то удачный кирпич у нас от Инвокера. Феррари, в принципе, я как посмотрю, все это с расчетом на агру от Кси. Кси заагрил и туда где-то по голове. Либо кирпич, либо санстрайк, либо еще что-нибудь полезное. Примерно так действует у нас Инвокер. Ну и это практически со 100% вероятностью. Сколько коэффициент был на Old Boys? Скажи, пожалуйста, если, например, $100 ставить, допустим, сколько поднять можно было в прошлом матче? Потому что 15.85 это мне понятный процент, а какой там коэффициент прибыли? У Акса уже есть Вангуард, есть Блинк Даггер. Кси, в общем-то, очень хорошо себя чувствует, несмотря на то, что он на 5-м месте по нетворсу. Ну и Ли его даже немножко опередил. Баунти Хантер у нас уже с Персеверансом.
скорее всего, выйдет в Battle Fury здесь, как я понимаю. Bounty Hunter больше, собственно, и некуда. Вряд ли это будет Линка. Тут, в общем-то, Линку ничего особенного не придумаешь. Да и... Хотя, может быть, Линкин Сфера все-таки, чтобы избавиться от назойливого Акса. Чтобы Каллинг Блейд тут... Хотя, по-моему, Каллинг Блейд не блокирует. Не блокирует ничего вообще Каллинг Блейд. Ну, Лотус Орб, ну это перебор вообще. Кстати, Лотус Орб у нас из чего собирается? Сколько стоит? 4000 стоит Лотус Орб. И отражает все абсолютно спылы. Но это собирать должны игроки команды IG, не игроки команды EP. Курьера в итоге дайров развалили. Все это сделали на топе. Санстрайк у нас по Фениксу. И умер Феникс. Феникс умер от солнечного удара. Как такое может быть? Ну, так случилось. В итоге этого файта 608 заработали IG. И по экспириенсу 1200 тоже для Invictus Gaming. ЕП вроде бы отыгрывались. 1004 здесь отыграли по золоту. И продолжение, да? ЕП продолжает отыгрываться. Ну, странно. IG 2 килла сделали. Не могло такое быть. Графики должны сейчас вниз немножко поползти. Но на данный момент 2500 всего лишь проигрывают IG. По экспириенсу... А, нет, все, все верно. Все верно с графиками. IG 2500 проигрывают по золоту. По экспириенсу тоже 2500. IG сейчас еще и эту катку могут выиграть. Угу, я понял. 3-3 коэффициент. Ясно. Спасибо большое. Еще один курьер у нас умирает. На это время дайровский на этот раз. И рейдиантовский. Да, все курьеры у нас в итоге поумирали. Ну что, у нас драка идет. 2 в 0 пока что дерутся ЕП. Там у нас инвокер старается драться против Ли и Фэна. Правда, экзортовый инвокер у нас не самый серьезный мастер файтов. Инвокер в итоге погибает. 3 в 0 сейчас. Ну и что? И больше все. Больше без жертв. По итогу файта за одного инвокера заработали 1000 голды и 1290 экспы. Не считая Акса, не считая Shadow Shaman, они умерли раньше, поэтому файт рекап не попадают просто-напросто. ЕП восстанавливает свое преимущество. После упавшего тавера где-то, я думаю, до пятерки должны дойти по голде и по экспириенсу. Порядка 6000 тоже для Energy Pacemaker. Бёрнинг под БКБ. За All Chicken. Через пульс снова, через диаболики. All Chicken отсюда уходит. Кси не знает, кого на себя агрить. Здесь Феникс Сан поставил Феникс. Убивает в итоге у нас Феникса. Shadow Shaman забирает этот фраг. All Chicken быстрее за Фейтом. Фейт в кусты мансовать не получилось. Ничего сделать у нас All Chicken. Фейт дальше за LE. Поджигают еще и Баунти Хантера. Минус 3 делает команда IG. Теряет только Shadow Shaman. Это не мешает Shadow Shaman у нас в итоге приобрести себе Blink Dagger. Есть также брасер для Расты. И всего по чуть-чуть. У Веспа уже готовая мека. У Инвокера третьи некрономиконы. Blink Dagger, Талисман и Hand of Midas. 1500 сверху для Феррари, в курьере для него ничего не лежало. А здесь в курьере рецепт на Lotus Orb, который принадлежит у нас Bounty Hunter лежит. Plate Mail, в принципе, тоже деньги есть у Bounty на Plate Mail. А, здесь еще и Plate Mail в курьере. Ну, короче говоря, готовый Lotus Orb летел у нас Bounty Hunter. Посмотрели, что бы он отражал. Наверное, Лишрака, я думаю, он отражал бы. Единственный трабл — это сколько действует. Длительность 6 секунд. 6 секунд отражается у нас любой спелл, направленный в юнита. Ну или направленный в него, или в того, на кого Lotus Orb бросит у нас Bounty Hunter. Потому что может, по-моему, быть использовано на союзниках. Ну, будем смотреть. Первое проюзывание в реальной профессиональной доте данного артефакта. В это время форгиды вместе с вардами пилят у нас Т2 на топ-лейне. И Old Chicken никак это не задефает. Как бы ему не хотелось. У форгидов по 80 дэмэджа.
Феррари близко, юзает Некров. И еще и Форгиды сюда. Олд Чикен нормально у нас терпит. Кси агрит на себя всех. Бёрнинг. БКБ, Бёрнинг умирает. Дальше за Фейтом. Волки здесь и все. Полетел кирпич на голову. Феррари. Дерется с Ли. Ну и Ли уходит в инвиз. Здесь есть Некра. Некра, в принципе, третьего левела, поэтому Некра у нас видят ЕП. Ну и даггер от Инвокера. Инвокер, конечно, неплохо себя чувствует, но это все до поры до времени. Застопили у нас Инвокера. Лина готова здесь с Феррари разговаривать на равных. У Лины есть гем. Никуда Феррари отсюда не денется. Трипл килл от LT. Тим вайп со стороны команды Energy Pacemaker. 32-21. 3700 по золоту ЕП и 7700 по экспириенсу. Просто идти и сносить к чертовой бабушке всех игроков команды IG вместе с товарами, вместе с бараками, со всем хайграундом. В это время на рохе ЕП могут себе позволить. У Ликана 1300 на руках уже есть. Это все после появления третьих некров БКБ 10-секундного и Владмира. У LT Еул 3000 на руках. Есть Аркан Буцы также у Олд Чикена на Драгон Найте. Есть Саша, есть БКБ. Power Threads и Bottle тоже имеется. Ну, сейчас, я думаю, с Энджин Яша появится. Что еще думать? Не алибарду же здесь собирать. Файт у нас на топ-руне. ЛЕ просто так отдался на ровном месте. Уходит отсюда Dragon Knight. Тридцать минут позади. 7500 по золоту Energy Pacemaker и по экспириенсу Energy Pacemaker выигрывают 9000 у своих оппонентов. Полчаса игры мы сыграли, давайте по артефактам глянем. Какие новинки у кого? У Invokera Void Stone появляется, я думаю, что может даже в Yule выйдет в итоге Ferrari. У Лишрака 2400 после плейтмейла, Бёрнинг готовится к чему? Наверное, к Шиве готовится Бёрнинг. У Акса Кримзон Гвард, Даггер, Огр Клаб, Транквил Буцы. У Феникса есть мека, есть Ultimate Orb. Выходит в Хекс в итоге Феникс. И по фарму неплохо, в принципе, все у Феникса. Двух остальных саппортов он обогнал по 2000 минимум. Виспа еще и на 3000. У Лины есть Йоул, есть Point Booster. Странно очень. Лина вроде бы 9600 общий нетворс имеет. При этом у нее такие несчастные артефакты. Ну, хотя 2200 есть на руках. У Ликана. Хиперстоун имеется, и Фэн готовится выйти в Керасу. Лотус Орб. Для Баунти Хантера есть Drum of Endurance, Tranquil Бутсы, Dagger для LE тоже есть. И последний, Dragon Knight. Купил ли себе Яшу? Или что себе купил Dragon Knight? Драгонайт себе даггер приобрел. Вот так вот. Супермобильный дракон. Ворвался, дал стан, форму и не отпускать. 16 левел для Драгонайта. Уже неплохо. ЕП по золоту 5,5. По экспириенсу 7500 тоже для Energy Pacemaker. Я так и не понял, гем чей? Я думал, что гем выпал из игроков команды IG. Все-таки просто от баунти пытались избавиться IG. Вот, но здесь что-то не пишется. Что, в рыб пошел у нас от Олд Чикена. На Бёрнинга. Стан по нему. Бёрнинга сразу же забирает виз. В это время спушили Т2. Надо отогнать как можно дальше игроков команды IG. И здесь виспа разваливает. Висп, наверное, в соло прилетит. Да, фейт... Нет, Фейт врывается у нас вместе с Бёрнингом. В итоге игроки команды ЕП забрали тавер по низу нему лайну. Это Т2 уже по низу. И пора идти на мид, пора идти на топ. Да и заканчивать с этими IG. Переходить на вторую катку. Аганим появляется на линии. Это не Лина Керри.
Она не забирала ни у кого фарм, она не забирала ни у кого экспириенс. Она просто участвовала в файтах и участвовала со счетом 8-4-7. Теперь у Лины есть Аганим, и саппорт Лины с Аганимом раздает дичайших люлей вообще всем и каждому. Сейчас дэмэдж 675, следующий уровень, а он будет через 400 экспириенса, это 950. 950, и внимание, посмотрите на Shadow Shaman, на Веспа, даже на Инвокера. Что будет с ними, я боюсь даже представить. Фэн, в шейпшифте. Быстрее отсюда бежать. У него, если что, есть Аэгис. Не страшно здесь умирать, хотя не будет формы. Лучше бы уйти отсюда. Тут нечего даже пытаться драться. Какое у кого обновление? Я думал, у всех одинаковое. По золоту команда ЕП выигрывает 6000, по экспириенсу 7500. Аджи подходов как таковых не нашли. Это тебе и не фарм, в принципе, и не пуш. И Аджи непонятно, чем сейчас вообще занимается. Бёрнинг идет фармить эншентов. Лишь рак. От Бёрнинга идет фармить под патронатом Веспа эншентов. В это время Кси ничего вообще не делает. У Кси уже есть Кримзон Гвард, есть Дагер, есть БКБ. Бёрнинг вместе с Веспом на мидлейн. All Chicken, но сагрится на Кси, минус Dragon Knight. Шейпшифт пошел от Фэна. У Фэна уже нет Аегиса, поэтому смело можно Фэна забирать. На лоу хп здесь Лина. Лина в итоге на 8 хп уходит и умирает на собственном хайграунде. Ульта пошла от Феникса. Фэна забирают. Минус 3 делает команда IG. Старается настрелять здесь по Феникса, но не получилось. Феникс убивает у нас Акса вместе с Баунти Хантером. Феникс в кусты и лететь отсюда. В итоге файта 3 в 1 дерутся. И все это в пользу команды IG. 2000 по золоту и 6000 по экспириенсу Invictus Gaming. Отыграли, действительно отыграли большую часть преимущества. Немножко смущает наглость Бёрнинга. Все-таки он играет не на Морфе, не на Медузе, не на Войде или Антимаге. Как он будет отсюда уходить, не считая того, что уходить он будет силами Фейта. Фейтам придется жертвовать в таком случае. All Chicken врывается в Фейта. Фейт умирает. Умирает, скорее всего, за ним и Бёрнинг. Хотя Фейт еще живет. Цепляется в Бёрнинга. Фейт в итоге у нас умер. Бёрнинг под БКБ против All Chicken. Бёрнинг ловит Лагуну Блейд и умирает. Ну не бред ли это, а? Вчетвером просто пошли, отдались на хайграунде. Причем Лишрак танкует. Это больно смотреть физически. Появляется Refresher Orb на инвокере. Есть Blink Dagger, есть Refresher Orb. Я думаю, и Аганим был бы Феррари вообще не лишним, просто для красоты. Две 500 на руках у Феррари. Появится Аганим или нет, это вопрос на самом деле. Ну, надо еще догрейдить себе тапки. Boots of Travel тоже не лишним будет для Феррари, потому что пушить рано или поздно ЕП пойдут. Вот. По золоту давайте посмотрим. ЕП проигрывали... Выигрывали, точнее, 2 500, теперь выигрывают по 3-3 с копейками. Ну, по экспириенсу ЕП впереди на 5000. С
Sight of Vice появляется для Феникса. 17 левел Феникс на предпоследнем месте, но при этом не тратит денег зря. Не то, что тебе Лина с аганимами. Собирает Хекс, все для команды, все в дом, все в дом. Хочешь посмотреть на всех, ну, все тоже очень неплохо выглядят на самом деле. Ксей врывается у нас на Олдчикена. Санстрайк промазывает по Олдчикену, потому что сам сделал все. Инвокера из Бласта. Олдчикен вынужден провязать БКБ и идти на хайграунд. Варды ставят от Расты. Закрывают вардами ЛЕ. Вижна по нему никакого. Кси под Кримзон Гвардом, под БКБ. На Фена. Ну, здесь должны какие команды ЕП, я думаю, своих оппонентов разваливать. Кси умирает. Дожигают еще здесь и Шадоу Шамана. Ну и дальше единственный, кто уходит, это Драгон... это Инвокер. Это Инвокер. Драгонайт его просто-напросто не достает. У Инвокера 3 стона на руках. По итогу этого файта ЕП поднимают 4053 по золоту. По экспириенсу 5300. Это слишком много, не верю вообще. По голде 10 тысяч ЕП, по экспириенсу 11. Так, и попробуй угадай, куда санстрайки у нас от инвокера залетают. Начинает хилить всех санреем. У нас Феникс. То есть подхил для команды ЕП более чем крутой. Ну, кто агрит, кто будет агрить все это на себя? Кси. Кси нет на карте еще 10 секунд. Т2 забирает команда ЕП. Просто-напросто уходит отсюда. Я думаю, что на Роху. Роха вот-вот уже сейчас упадет. В это время на Эншентов ныряет у нас Драгонайт. Рошан падает в свой пит. Можно идти забирать. Но команда IG собралась файтиться за Рух. Акс двоих на себя агрит. Санстрайк под Олдчикена. БКБ от Драгонайта. На хайграунде здесь LT. Разлетелся фейтов. IG живой. Недалеко Феникс. Супернова будет ли поставлена? Бёрнинг на лоу хп. Горит Бёрнинг. Причем в хиксе горит. Олдчикен стопит у нас Бёрнинга. В итоге умирает Олдчикен. Кси. Так никого на себя и не загрил. 2 секунды еще для Кси. Агрит на себя Баунти Хантера. И Баунти разваливается. Айс Волл здесь от Инвокера. Минус 4 делает команда IG. Кси сыграл просто на ура. И дальше погоня за... Фениксом. Торнадо от Инвокера. Инвокер наконец-то супер раскаст умудрился сделать. Алакрити на себя бросил. Развалили в итоге Феникса. Это Team Wipe от команды IG. В пятером ЕП отдались. По золоту сейчас увидим. Проигрывали IG 11, теперь 8. По экспириенсу с 13 до 6. 7 тысяч экспы просто за один файт. Инвокер при этом на ура вообще сыграл. Вовремя включил торнадо, последний килл, Феникс, все это на его. Его основная заслуга. 21 левел Феррари вообще, давайте посмотрим на уровни. 21 Феррари, 21 Бёрнинг и 21 левел Фен. Все остальные 20 и ниже. Но ниже 16 у нас нет. Фейт и Shadow Shaman, они 16, остальные все от 18 и выше. Очень ровно идут все игроки команд. По нетворсу на первом месте 21 тысяча для Фена. На втором месте Бёрнинг на Лишраке. Правда, где это все, непонятно. БКБ, Шивас Гвард и Бладстоун. 21 тысяча. Хотя и на Фена посмотришь, ничего особенного. БКБ, Некра, Кераса и Владмер. Ну, ПТ тоже для Ликана. Алебарда появляется на Акса. Кого выключать? Возможно, Лину можно будет вырубить на 5 секунд, а дальше она не такая страшная будет. Возможно, Ликана. Тоже максимальная скорость атаки и при этом абсолютная бесполезность, когда ты не можешь бить с руки, это, конечно, супер весело.
У Фэна уже 6-секундный БКБ, поэтому ловить его можно 100%. Октарин Кор появляется у нас на Лешраке. Собирается Октарин Кор. Из чего? Из Soul Booster и Mystic Staff. Вот этот Октарин Кор дает у нас, уменьшает время перезарядки всех способностей предметов на 25%. И пассивная Spell Life Steal дает магический вампиризм, который восстанавливает здоровье в размере доли от нанесенного способностями урона. Способностями Burning наносит чуть менее, чем дохренища. Поэтому вы можете понять, что по сути у нас Лешрак умирать не должен вообще. Следим только за ним, новые артефакты, они наиболее интересные. И просто будем наблюдать за ХП Бёрнинга. МП восстанавливается со скоростью 33,5. Что-то немножко подлагивает начало. Ну что, пошел у нас врыв от Лешрака. На хайграунд. Бёрнинг у нас горит. Никто даже близко к Бёрнингу не подходит. Лешрак никому не интересен. В это время Некра разваливает у нас тавер. Бёрнинг врубил БКБ. Врубил пульс нову. Ну и Бёрнинг просто фуловый стоит, дерется. Лешрак гореть начинает. Съедает сыр Бёрнинг. Выхиливает его фейт. Бёрнинг дальше. Пульс снова не заканчивается за Old Chicken'ом. Сплитес от Бёрнинга в ЛЕ. ЛЕ на лоу ХП. Бёрнинг дожигает у нас в итоге Баунти Хантера. Минус 3 делает. Команда ЕП потеряли только Баунти Хантера. Смотрим на Бёрнинга. Наконец-то вокруг него собрались. Ну что, Бёрнинг. По ХП, в общем-то, мог бы проседать гораздо быстрее. Но здесь слишком много ребят его дамажит. Бёрнинг в итоге стан подойти. Ну и вчетвером его валят. Ну и посмотрите, почти на все ХП каждого из героев команды ЕП развалил. Хоть кто-то, если бы ему помог, тот же Акс, если бы заагрил всех на себя, то выиграл бы, конечно, Лешрак очень много денег для своей команды. А так, в итоге, 4200 заработали ЕП. И по экспириенсу 11300, ну, обычная цифра, 11321 экспириенса. Ужас. Вообще, по дэмэджу Лешрак нанес 8042 поинта дэмэджа. 8042. И здесь вот, пожалуйста, 3500 нанес Ликан. И Лина со своими всеми Лагуна Блейдами. Тремя Драгон Слейвами. Пятью Лайт Страйк Эреями. Нанесла всего лишь 3700, а здесь 8000. Какая жесть. Здесь пульс снова, конечно, по всем дамажила, как чокнутая. Две Шивас Гвард успел использовать. Это не файт, это вообще, это музей просто боевых действий. У Лины появляется Boots of Travel. И сейчас я скажу Boots of Travel первый. Первые тревела. Сочтите меня за полоумного. Тревела здесь теперь грейдятся. Есть тревела первого уровня и второго уровня, которые позволяют летать на своих героев, а не на крипов. Ну, здесь в кустах Лина и в кустах Феникс. У Феникса есть даггер, у Лины тоже есть даггер Йоул. Врываться Лина может, видят ее. Чи, хек сразу же в нее, ну и Санстрайк под ноги. Минус Лина, инвокер забирает ее, и Акс не успевает Киллинг Блейд проюзать. Ликан по-быстрому отсюда уходить вместе со своими товарищами. Чикен тоже впереди. Ну, давайте по артефактам пробежимся. Тараску вижу я на Драгон Найте. Есть БКБ, есть даггер. Power Threats и Сенжин Яша. Здесь, в принципе, свиток портала продавать и покупать. Я даже не знаю. Наверное, криты было бы не лишним купить в данной ситуации Драгонайту, потому что Кираса уже есть на Ликане. Также третий Некра есть. БКБ, Владмир, ПТ. Башер приобретает себе фэн, и у него 2800 еще сверху остается. Когда у Ликана будет Abyssal Blade, бедная команда IG.
Бёрнинг пошел гореть по всему. Бёрнинга уже есть Октарин Кор, у него есть Шивас Гвард и 7 зарядов в Бладстоуне. БКБ от Бёрнинга. На Фена. Фен в БКБ. Ему фиолетово на Бёрнинга. Бёрнинг в итоге сгорает. Минус Бёрнинг, минус Феррари на инвокере. Фейт старается еще хоть кого-то здесь надамажить. Не получается. Минус 3, минус 4. Кси на лоу ХП. И это full 5-man team wipe. Просто 5 в 0 дерется команда ЕП. IG попытались зайти на хайграунд. Потеряли пятерых по итогам этого файта. Пожалуйста, 5500 зарабатывают по золоту ЕП. И 11600 по экспириенсу. Никто не умер. Дэмэджа нанесли ровненько, без всяких каких-то выделяющихся ребят. Но при этом заработали 11600 экспириенса. 25-й левела. Тут, по-моему, уже у половины команды должно быть. Нет, ни у кого вообще нет. Но команда ЕП по левелам 24-й Фэн, 23-й Олд Чикен. Дальше 21-й идет Феникс. В самом деле разница почти неотличимая. На хайграунд заходит команда ЕП. 6 секунд не будет Лишрака. Лишрак в соло не полезет, поэтому можно драться. Сносят моментально сторону у нас на мидлейне. Теперь будут идти вниз. Выкупается в итоге инвокер. Смотрим, Хекс есть, рефреш рорп есть. Бёрнинг начинает поджигать здесь Фэна. Ну и Бёрнинг ловит Лагуна Блейд. Бёрнинг в итоге умирает здесь. Не будет у нас Бёрнинга. Бёрнинг умер. Акс еще 12 секунд, нет. Летает Фитрак Шадоу Шаман. Где Шадоу Шаман? Так, в никуда у нас кирпич, в никуда у нас Санстрайк. Команда ЕП в полном составе. Живы, здоровы, все у них хорошо. Выкупается лишь рак, денег у него больше не будет. Ловят здесь в итоге ЛЕ, ну, по делам, в принципе. Баунти Хантер, почему и зачем он здесь, непонятно. И дальше бежать за всеми. Поймали. Нашли, кому лететь. Прилетел Висп и Шадоу Шаман. Ни Акс, ни Лишрак. Висп, Шадоу Шаман прилетели на релокейте. Феррари в таверну, минус 3 делает команда ЕП. Бёрнинг дерется против Фэна. Ну, Фэн уже отъедается просто как чокнутый. Бёрнинг в таверну. То же самое с Кси. Я думаю, что это ГГ. Думать, собственно, нечего. Просто иди и сноси трон. На байбеке смотрим. Или на ГГ, куда мы там смотрим. Байбеков у команды IG ни у кого, кроме Виспа, не имеется. Ну что, Висп выкупится сейчас и пойдет убивать кого-то. Ну это же смешно вообще. 5 в 0 подрались. Ну где ГГ? Ждем ГГ. IG сегодня просто провальный день для них. Тот он кфу, теперь Energy Pacemaker. Все, просто падает трон. Есть глиф. Нет глифа. Фиолетово абсолютно. Трон развалился. Чуть изолятор напоследок купила Лина. Купил Драгонайт. Ну, ЕП мощно смотрится. То ли IG у нас сегодня в своем коммунистическом Китае отмечают 1 мая и не очень готовы к серьезной доте. И не готовы, что их заставили в такой-то день трудиться. Они-то как-никак на контракте сидят. То ли я не знаю даже, что с IG случилось. Ну что, смотрим. 4-й матч IG впереди у нас. Хоть что-то надо отыграть, восстановиться и хоть как-то реабилитироваться за 3 провальнейших катки. Услышимся через 2-3 минуты. Пока что не забывайте подписываться на наш канал на Твиче, заходите в группу ВКонтакте и наш канал на Ютубе. Напомню еще раз, это студия Грекам ТВ, у микрофона Друг. Очень скоро услышимся на 4-м матче команды IG.